Куда мы идем? Не твое дело. Друзья, добро пожаловать на GameStasy. Зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить Man of Medan. А Флис сейчас у нас Флис у нас сейчас расплачивается за то, что она не послушалась Конрада. Вот. Он и сказал не лезть туда, она полезла. Вот и все теперь в заложниках. Дура тупая. Блин, вот тут крюк болтается. Я уж подумал, что опять что-то неладное. Так. Ты не знаешь, что творишь. Делаешь, что он говорит, да? Это она про Уолсона, что ли? Блин, у этого чувака пушка. Никаких резких движений, наверное, нельзя делать. Можно подохнуть. Хотя он, мне кажется, не меньше моего на пуке, а? Вот сейчас, Флис, был очень хороший момент смотаться. Тут темно, полно всяких укрытий и тому подобное. Можно резко завернуть куда-нибудь за угол и убежать. А может быть, с ним можно договориться как-нибудь? А? Слышь, толкается сволочь. Вот смотри, он же там находится, то есть можно было спокойно убежать, блин. Ударь его сзади. Возьми трубу какую-нибудь и ударь его сзади. Черт. Ой, Флис, или можно было убежать в обратную сторону. Ну, че она такая? Такая она пассивная. Вот где не надо было, она была очень активная. Где надо активным быть, она неактивная. Гребаный корабль проклят. Да, чувак, он проклят. Давай объединимся, короче, против Уолсона и смотаемся отсюда. Что это? Фуражка. Посмотри. НГ Медан. Окей. О, это что-то судьбоносное, что ли, было? Ничего себе. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Уолсон! Зачем тебе этот придурок? Твою мать, блядь. Ой. Здесь реально может каждый шорох человека довести до сердечного приступа. Не делай этого, прошу. То же самое тебе говорил Конрад, когда ты спрыгнула. Боже. Боже. О, боже. Вот этот... Этот парень сейчас здесь. С нами. Умер на корабле. Там и остаешься. Что он несет? Да ну. Бред какой ты несешь. А, это он в смысле про дух, там, призраки, все такое. Чувак, нет, это галлюцинации. Никаких призраков не существует. Ха. Куда подевались твои друзья? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Для чего? Для чего нам нужно найти Олсена? Что он нам даст? Стой, ну-ка, подожди. Олсен! Черт, что ты делаешь? Какое ужасное место.
Здесь слишком узко. Твою мать! Это ж рука была. О, картина. Сейчас заценим. Блин, сволочь обломала. Ладно, надо запомнить это место. Да не толкайся ты так, блин, сволочь. Но вот снова момент. Можно втащить ему сзади трубой по голове. Что, черт возьми, происходит? Так, кажется, его накрыло серьезно. Чё он творит? Что за хрень? Что за хрень, блин? Ты свободна. Вот что за хрень. Кепка, фонарик. Ладно, фонарик заберем, а кепку трогать не будем. Ну и заодно посмотрим, кстати, картинку. Увидим будущее. Возможное, кстати, будущее. Что за оккультная херня? Вряд ли этот чувак с этим, как его, с палкой этой, с черепом на конце и в капюшоне один из этих террористов. Тут еще кто-то есть, что ли? Заперта девочка. О! Давай. Блин, просрал. Надо попробовать еще раз. Сразу. О, отлично. Погоди. Угу. Очень хороший такой крупный план был сейчас. Ну все, правильно идем, да. Эй, есть тут кто? Ну зачем ты спрашиваешь? А, смотри, что, короче, я придумал. Ну, в смысле, понял. У Флис, вот смотри, у Флис с Конрадом довольно не очень хорошие отношения. Соответственно, для Флис Конрад не авторитет. Поэтому, когда он ей сказал, мол, типа, Флис, не прыгай туда, там может быть западня и все такое, типа, нахрен этот трамблер нужен, она его ослушалась, как бы, и все равно сделала по-своему. Ну и вот в итоге она оказалась здесь. В общем, за этой штукой, наверное, нужно следить. А иначе зачем это тогда вообще нужно, да, вот это отношение и все такое? Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Я всячески старался сделать так, чтобы чтобы персонажи не разделились. Как бы обычно в фильмах всяких там, ужастиках и тому подобное, персонажи всегда разделяются. И это большая ошибка. И вот я как бы пытался сделать так, чтобы они не разделились. В итоге так получилось, что они все разделились. Конрад тоже куда-то ушел, когда... Так, тихо. Что здесь? А в паре у нас кто остались? Алекс и... Джесс, по-моему, да? Подожди, я все время забываю имя той девушки. Джулия! Какая Джесс? Джулия! Джулия, короче, и Алекс остались вдвоем, по-моему, и все. Остальные все куда-то разбежались. А с Брэдом не совсем понятно, что вообще произошло. Нож. Давай возьмем. Полезная штука, кстати. Но и, как бы, возможно, что в галлюцинационном бреду мы можем зарезать кого-нибудь из своих друзей. Хотя, какая она друг? Она ведь вообще здесь никому не друг, она просто капитан лодки и все.
Она еще не успела ни с кем толком подружиться, хотя... Господи, что здесь произошло? Что-что? Люди поубивали друг друга. Так, это у нас что? Чарльз Т. Перес. Номер какой-то. Рекс Перс. Бостон, штат Массачусетс. Ясно. Номерной знак. Есть еще что-нибудь здесь интересненькое? Ну-ка. Да вроде больше ничего интересного здесь нет. А, я могу фонарем двигать отдельно, да? Это хорошо. Опа! Черт! Ах ты ж долбануться! О, Брэд! Что за сучий день? Брэд у нас жив! Все с ним в порядке. Ладно, так, погнали. Погнали, брат. Давай же, мать твою, не тусь. Ну обувь же. Надень. Надень кроссовки, тапочки, что-нибудь надень на ноги, а? Так, ладно, короче, давай. Соберись. Соберись, тряпка. Давай, выше нос. Встряхнись. Погнали. Он обувь надел, нет? Нет, этот придурок тоже босиком туда пошел. Да что с вами не так, люди, блин? Дерьмо. Тут столько ржавчины, и босиком ходить по этой ржавчине — это очень глупая затея. Можно столбняк заработать. Погоди, а мы же можем пойти еще и в эту сторону. Ну ходи ты быстрее. Почему здесь нельзя бегать? Или хотя бы чуть-чуть ускоряться? Побыстрее шаг, не знаю там. Вот я все нажимаю. Так, это не то. Стоп, что здесь? Ну-ка. Заперто. Здесь вообще тупик. Ну блин, хоть немножко бы ускорился, было бы вообще замечательно. Я, конечно, понимаю, что темно, типа незнакомое место, все здесь ржаво и все такое, типа, ну... Кажется, шаг здесь опасен. Можем куда-нибудь сорваться. Твою мать, блин! А, это, наверное, Флис крикнула, да, когда эта дверь закрылась? Эй, кто здесь? Это очень плохо. Опа, смотри. Бред, смотри, я тебе кое-что покажу, смотри. Смотри, видишь? А ему пофиг. Он каждый день, видимо, видит трупы. Давай сходим направо, что ли. О, там что-то блестит. Браслет Джулии. Точно. Они здесь были. Отлично. Они здесь были. Значит, нам сюда. О. Не открыть. Лишь бы сейчас что-нибудь не выскочило. Я реально в таком напряжении сейчас нахожусь. Я когда запускаю эту игру, я сразу уже напрягаюсь. Потому что знаю, что в любой момент может что-нибудь выскочить страшное и некрасивое. Кстати, все. Брэд у нас тоже заразился уже. Надышался этого дерьма. Ну-ка. Здесь заперто. Пойдем-ка сюда. Здесь не поднимается он. Тупик, видимо. Значит, нам сюда. Ну куда ты? Тихо. Ну-ка, давай зайдем сюда сначала. Что? Света?
Матерь Божья! Что здесь произошло? Нифига себе. Смотри, они прям в ужасе умерли. Они чего-то жестко испугались. Скучковались и умерли. А ты чё? Пехота США, 14-я дивизия. Мне это ни о чем не говорит. Да уж. Это пойдет на превьюшку, кстати. Тихо. Подожди, там же блестело кое-что. Возможно, зря я иду туда. Заперто. Здесь на что? Записочка. июня, 1:30. Драка между членами экипажа. Зачинщик, рядовой Вагнер. Арестован. Вспышки насилия по всему кораблю. Необходимы инструкции. Ну вот я где говорю, тут они все в галлюцинационном бреду друг друга поубивали нахрен. Ой, я так не люблю эти узкие пространства. Тихо. О, супер. Отлично, зашибись. Оу, ни хрена себе. А мне ведь больше некуда идти, да? Только прямо? Чё-то мне вообще неохота идти сейчас вперед. Нет, да? Некуда больше идти. Только прямо? Не хочу я открывать. Но надо, видимо. Твою мать! Да в жопу все это! Действительно, в жопу все это. Сам себя испугался. Идем дальше. А, подожди, я обратно развернулся. Черт тебя дери. Вы сейчас куда, прямо? Или... Давай сходим сначала прямо. Что это за звуки? Так, подожди. Они рядом. Ну, это какие-то военно-патриотические плакаты. Подожди. Давай-ка мы вернемся назад. Я там кое-что еще не осмотрел. Ну давай, ну что ты застрял-то? Да серьезно. Блин, я уже думал, все, типа, обратно дороги нет. Вот. Здесь вот что? Картина же висит, да? Или что? А, нет. Это просто обычная картина. Твою мать! Че так пугать-то, блин? Че, открывать надо, что ли? Зачем? Зачем это открывать? Давай откроем. Что тут? Оп! Просто туалет. Ох ты, ни хрена себе! Да ладно, сколько можно? Ч,
Че, еще раз откроем, что ли? Еще раз посмотрим на это. А может, ничего сейчас не будет? Оп. Выше нос, чувак. Выше нос. И ничего, да? Вот так вот. Я же тебе говорю, это галлюцинации, чувак. Галлюцинации. Тут больше ничего нет? Опа. Так это, наверное, Флис? Или чё? Может быть, надо наоборот попасться? Потому что это, наверное, свой кто-то? Сейчас разменёмся. А, нет, нет, это не свой. Фу, блин. А я хотел, понял, это самое. Ну, проиграть немножко. Как бы попасться хотел. Я почему-то подумал, что это кто-то из своих. Типа это такой как бы трюк геймплейный. Мы прячемся от своего же. Почему эту дверь еще раз можно открыть? Ну давай еще раз откроем. И ничего. Так, кто это был? Скорее всего, это был Олсен. Но мы ничего полезного здесь не нашли. Зря только шли. Так, стоп. Что здесь? Заявка на выдачу снаряжения, количество и описание. Один респиратор, один фильтр, служебные расходы, да. Податель заявки рядовой Гордон Янг отказано. Причина отказа в случае отказа. Рядовому Янгу уже выдан один противогаз. О. Но он захотел для надежности два противогаза. Чё такого? Тут что, картина? А, нет. Опять патриотически. А, нет. Может, они там. Где? А, смотри-ка. Давай, прыгай. Просто так я туда не заберусь. А, видимо, надо что-нибудь подставить туда. А вот этот ящик, наверное, можно как-нибудь пододвинуть. Да. О. Легко и просто. Так, погоди, прежде чем туда идти, скажу-ка я сюда. Опа, тихо, осторожно. Ух ты, смотри-ка, чуть не поранился. И что здесь? Том. Если это выплывет наружу, отвечать будешь ты. Разберись. Ладно, здесь что? Внутренний циркуляр. Всем старшим офицерам копия для интендата второго ранга. Убедиться, что на гробы, сразу же после их обнаружения на водоочистной станции, были установлены замки. Содержимое гробов секретно. Гробы должны быть постоянно заперты и находиться под охраной, без разрешения доступа к ним вашим военнослужащим. Страница УО-5 РАЗР Уолтер Бишоп. Понял, нет? В этих гробах, видимо, что-то очень и очень секретное было. Мутанты, наверное, какие-нибудь. Там же двухголовый был какой-то чувак. Погоди, что там блестело? А, понял, там это плакаты, наверное, блестят. Ну, вон, видишь, там что-то светится вон. Ну-ка, погоди. А здесь что? Ничего.
Да, здесь были плакаты, точно. Все, ясно. Ну, давай пойдем сюда. Алекс? Джулия? Эй! Тут ничего такого. Ну-ка, здесь что? Да, здесь... Опа, стоп. Картина. Вертолет? Сюда прилетит вертолет? Ни хрена себе. Но видно было, что это старый корабль, ну, то есть такой поношенный. Это мы видели не прошлое, мы видим будущее. И сюда прилетит вертолет. Это как бы обнадеживает. Так. Тихо. Кто здесь? Убирайтесь! Подожди. Это блестит дверь, а вот там внизу что такое блестело? Скелет. Скелет. Скелеты? В смысле? Где ваша кожа? Куда она делась? Блин, так она как бы сгнила. Не, просто... Мы же недавно видели скелетов. Чего он так удивляется? О, а вот это может пригодиться, кстати. Забирай. Вот, молодец, забрал. Пусть будет. Тут что? Похоже, какие-то разборки. Внутренний циркуляр. Старшему помощнику Фишеру. Сэр, вы просили держать вас в курсе ситуации с радиосвязью. Мы отправляли радиограммы в указанное ниже время, но не получили ответа. До часа 40 мы принимали постоянные сообщения в эфире, однако после не было принято ни единого нового сообщения. Возможно, пришел сбой в нашем радиооборудовании. Я изучаю ситуацию и доложу позже. Купер. Ясно. Спрыгнуть? Чуть я не хочу спрыгивать. Тихо. Нет, я ничего не слышу. Ничего не слышу. Чувак, все ты слышишь? Заперто. Кстати, если вдруг эта игра не про галлюцинации, а про призраков... Ой, так я, слушай, я круг навернул. Ну так ведь получается, я целый круг навернул. Это вернуться обратно. А, заперто уже, точно, там же дверь заперлась. Если это игра про призраков, ну то есть в смысле здесь, если реально призраки, то вот этот гаечный ключ, он очень даже будет полезен, потому что призраки в принципе боятся железа. Они боятся соли, железа, вот. И, ну откуда я это знаю, я, ну, смотрел сериал, как бы там, сверхъестественно, все дела. А
А вот смотри, еще одна дверь. Я, кажется, вот пришел оттуда как раз. Вот сюда я пришел. Это сейчас я обратно иду, да? А. Не, я сейчас реально что-то круги, короче, наворачиваю. В общем, пошли спрыгивать вниз, видимо, нам надо. Алекс? Джулия? Что такое? Ох, опа, твою мать! Опа, тихо, давай бегом отсюда. Держись, дружище, держись. О, блин, жив, все хорошо. Ладно. Надеюсь, там с Брэдом все в порядке будет. Твою мать! Призраки. У тебя нож, Флис. Призраки боятся железа, так что... Если что, режь их ножом. Опа! Погоди. В смысле, кто это сейчас крикнул? Что тут происходит? Это же сейчас был призрак этого Брэда, он же типа, ну, шорты как у Брэда, клетчатые. И это футболка. Ну, обычная пуля. Тут ничего, тут тупик. Крысы бегают. Ну иди, ну что ты застрял, ё-моё. Твою мать! Твою мать! Воу-воу-воу! Зомбари пошли, короче. Призраки, зомби. Все. Сейчас у меня сердце остановится. Давай, 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 девочка. Все. О, твой южиш мать! Это же Брэд! Господи, что это? Почему она видела зомби Брэда? Такого быть не может. Ну, не может быть такого. Во-первых, кто зажег все эти свечи? Во-вторых, почему здесь все такое... Ну, такое все новое. Не может быть так, понимаешь? Здесь все должно быть, не знаю, там, в ржавчине, в плесени, в пыли. Вот все такое, смотри, ухоженное, чистенько, аккуратненькое. Что это такое? Ох. Сейчас что-нибудь выскочит. Нет? Смотри вниз. Вверх. Право-влево. Ну ничего, просто картина. Здесь что-то не так. Девочка, здесь все не так. Что-то горит. Нифига себе. Что это такое? Книга? Какая-то оккультная книга. Да, действительно. Посвященные должны собраться в тишине, не более и не менее, чем пятеро, чистых разумом и душой. Трое из них должны быть женщинами и двое мужчинами. Лица их должны быть скрыты капюшонами. Знаки. Знать, что для волхва и духовного благополучия паствы, прежде чем начнется фестиваль Акрамахамари, ритуал, именуемый Фрискея, дабы избавиться от демонов. Силами посвященных. Далее следует начертать пентаграмму, после чего каждый посвященный займет свое место у одной из вершин.
Дева, принесенная морем, должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы. Затем собравшиеся должны зачитать заговор Сараса. С мечами в руках, со всем допустимым им рвением. «Мы стоим впятером вдали, не столь близки, что можно коснуться рукой». Пентаграмма. Символ о пяти лучах. Великим могуществом, повернувшись на 90 градусов, изобразить уникурасальный какой-то пентаграмма. Есть вера. Протяните меч вперед и низким повернитесь градусов, изобразите... Короче, здесь что-то непонятно, нечитаемо. А здесь у нас что? Меч вперед и восторженным голосом вскрикните. Пентаграмма «Есть жертва», страница 34. Посвященные должны сделать шаг к центру и замереть в позиции. Рам. Произнести в унисон «Мы ес, мы едины, Исо есть Господь наш». О Сорос, жертвы сей мы просим тебя очистить ауры наши и изгнать демонов, что преследуют нас. В честь твою мы проливаем жизнь человеческую, дабы доверие твое по завершении напи. Пятерым должно собраться близ жертвы, видимо, обнажив мечи совместным усилием тела от крови нечистой. Вот иди пойми, что тут написано вообще. Череп, кинжал, кровь, дерево. Тело следует поместить в гроб из твердого дерева, так, чтобы голова всегда была видна. Поставьте как напоминание о том, что зло способно заразить души людские, и лишь сила Сора защищает нас, засим ритуал будет завершен, и духи не... Короче, понятно, это какой-то оккультный ритуал с жертвоприношением для изгнания духов. Я тебе говорю, возможно, это все ее мозг. То есть она вот верит во всякую такую вот чертовщину, типа духи, призраки и тому подобное там. И она видит эту хрень. Она видит именно вот все такое вот, чего боится. В общем, здесь каждый видит то, чего боится. Что тут происходит? Ну-ка, блин, почему не могу? Вот. А ну вот, пожалуйста, два черепа. В пентаграмме. Я не думаю, что на этот корабль приплывают какие-нибудь там сатанисты. Демонисты и проводят свои всякие обряды, а потом уплывают отсюда. Может быть такая версия, но что-то я сомневаюсь, что это так. Кровавые следы. Что за этой ширмой? Можно открыть? Нет. Давай, Флис, соберись. Опа, картина. Интересно. Так. Что сейчас видел? Какую смотрел? Вот. Ясно. То есть кого-то топили, и Джулия что-то орёт. Наверное, Алекса топили? Или Алекс кого-то топил? Там непонятно было. А, мы открыли ширму. А вот и гроб. Тот самый, что описан в книге. Слишком странно. Как ты только вошла в это помещение, все уже было слишком странно. Это чё? Это кровь? Ни хрена себе здесь крови. Опа, тихо. В смысле? О, там чувак был этот, который рассказчик в шляпе. Я его видел. А это кто?
Олсен. А, это вот тот, которого мы видели в этой картине. И чё? Кунг-фу? Не надо нам никакого кунг-фу. Опа, тихо. Получай. Опа. Вот так. Опа. А как она оказалась тут-то, вообще не понимаю. Я чуть телепортировал или чё? Я даже не успел гроб открыть. Так, Джулия. О, будем играть за Джулию. Хорошо. Мы за нее, по-моему, еще не играли. Опа, это же Олсен. С молотом. Обернитесь, придурки. Обернитесь, ребят. Обернитесь. Твою мать. Я же говорил, обернитесь. О, смотри, она оказалась опять в том самом самолете. То есть ее вштырило. Это же тот самый самолет, куда, когда мы ныряли. Он же не может быть на корабле, правильно? Алекс? А что у него на лбу делают ракушки? Ну, короче... О, кольцо. В общем, это ей чудится. Она потеряла, видимо, под водой сознание, и ей сейчас это чудится. Иначе я никак это не могу объяснить. И смотри, у нее браслет, кстати, на руке. Она ж... О! Ну да. Вот и Алекс. А вот еще один Алекс. А, это же мы видели в картине, да? Алекс топит Алекса. Продолжай. Хватит уже. Да, лучше скажу, хватит. Скорей! А кто из них настоящий-то, блин? Не, это не Олсен, нифига. Олсен же, по-моему, полностью лысый, и он выглядит гораздо старше. А это какой-то... Брэд умер? А... Как? Кто? Кто убил Брэда? Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот... Эти парни слишком много себе позволяют. Ну, вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Опа. Опа.